Большое внимание мы уделяем правовой поддержке наших педагогов. И введен специальная должность советника, министра просвещения. С мая этого года этот советник помог более чем 30 педагогам, оказал юридическую консультацию, представлял интересы в судах. И сегодня мы корректируем наше законодательство, наше региональное законодательство, в соответствии с которым каждый педагог получит право на бесплатную юридическую помощь. Кроме того, в Ульяновской области работает уникальный закон о статусе педагогических работников, в котором определены категории наставник, методист, исследователь. За 3 года 300 учителей приобрели эти статусы. На меру поддержки выделено более 60 миллионов рублей. В 2023 году в Ульяновской области состоялся Всероссийский чемпионат учительских команд, в котором приняли участие 32 команды из 26 регионов России. Это единственный конкурс педагогического мастерства подобного рода. Министерство просвещения России поддержало оригинальную инициативу о проведении конкурса «Лучшая педагогическая династия». Мы, конечно, будем поддерживать это движение. Мы альманах издали педагогических династий и приглашаем всех присоединиться и рассказывать о своих предках, о своих педагогах, о своих педагогических династиях.